Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый праздничный салат. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Одну половинку вареного куриного филе нарезаем небольшими кубиками. Три вареных яйца трем на мелкой терке. На этой же терке натираем один плавленый сырок. К яйцам и сыру добавляем курицу. Солим и перчим по вкусу. А затем небольшими порциями добавляем 1-2 столовых ложки майонеза. В итоге должна получиться густая масса. Дальше застилаем рабочую поверхность пищевой пленкой. Берем высокую формочку небольшого диаметра, которую можно сделать из жестяной банки от сладких напитков. И формируем из приготовленной массы 3 свечи разной высоты. Затем высыпаем в тарелку 100 граммов жареных измельченных грецких орехов и обваливаем в них наши свечи. Теперь из кусочка красного сладкого перца вырезаем пламя. Весь оставшийся майонез перекладываем в пакет. Срезаем уголок и переходим к оформлению салата. Майонезом рисуем на каждой свече потеки, а сверху по центру устанавливаем пламя из перца. Украшаем салат веточками укропа. Вот и все. Очень вкусный и красивый праздничный салат готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.